В Китае набирает популярность новый тренд – кинотеатры и рестораны. Сколько стоит это удовольствие, вы узнаете в конце. Посетители этих заведений могут посмотреть «Чебурашку» на большом экране и заодно вкусно пообедать. Каждому посетителю выдают набор морепродуктов с овощами, бульон и индукционную плиту, чтобы можно было весь сеанс варить и кушать креветки и прочих моллюсков. От убийственного аромата морепродуктов спасает мощная, но тихая вентиляция. Посмотреть кино и покушать можно всего за 3000 рублей. Однако этот тренд стал настолько популярным, что все билеты раскуплены на месяц вперед.